Таштепе появилось собственное футбольное поле с искусственным покрытием. Сбылась многолетняя мечта местных детей. В честь праздничного события провели первый футбольный матч. Поле обустроили за счет федеральной программы. Проект обошелся в 17 миллионов рублей. Площадь искусственного покрытия 7 тысяч квадратных метров. Длина борса 4 сантиметра. Это позволяет играть в футбол на профессиональном уровне. Это футбольное поле стало одним из лучших среди сел Хакасии. Его передали Таштепской спортивной школе, где сегодня занимаются футболом, атлетика, настольным теннисом, боксом и волейболом 500 человек. К этому замечательному полю теперь неплохо бы еще и сделать беговую дорожку и закончить у нас, вот там еще площадка есть, баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной. И если мы все это сделаем, я думаю, будет куда таштепцам и жителям Таштепского района прийти, где будет соревноваться и совершенствовать свое спортивное мастерство.